Волгоградская область сегодня является лидером по количеству кредитных союзов. ВКБ «Кредит» уже 9 лет является проверенной и надежной организацией, предоставляющей качественные услуги своим клиентам. Мы уже открыли порядка 20 полноценных представительств на территории области, и у нас порядка 40 представителей вообще работают сейчас. Сейчас резко расширили спектр работы. Мы предоставляем и предпринимателям займы, мы предоставляем займы студентам, мы просто гражданам предоставляем на потребительские нужды. С 2005 года мы работаем с ипотекой и являемся, наверное, сейчас одним из самых крупных кредитных союзов в области, который предоставляет ипотечные займы. Порядка 1500 человек за эти 9 лет приобрели с нашей помощью жилье. Порядка 1000 предпринимателей мы прокредитовали. Как на развитие бизнеса мы работаем по госпрограммам, так и на пополнение оборотных средств предоставляем средства. Работаем с госзакупками, то есть с предприятиями, которые осуществляют госзакупки, кредитуем их, предоставляем займы. Все это время мы, скажем так, совершенствовали свою работу, и основа деятельности – это профессионализм кадров, которые у нас работают. То есть это, наверное, основное наше богатство, как иногда говорят, это наши сотрудники. В этом году мы планируем открыть еще несколько подразделений, полностью их обеспечить, чтобы наши пайщики могли осуществлять и наличные денежные операции в местах своего проживания, могли платить коммунальные услуги, могли делать денежные переводы. Сейчас расширяем географию работы. Хотел бы поздравить всех наших пайщиков на территории Волгоградской области с тем, что кредитному союзу ВКБ «Кредит» 9 лет. И наша задача, чтобы наши пайщики чувствовали себя уверенно с одной стороны, с другой стороны получали максимум услуг, которые вообще возможны, финансовых именно услуг, в наших офисах, на местах и здесь, в городе Волгограде.